Так, ну, я сегодня, по-моему, один путаю. Здравствуйте, дорогие друзья. Да погоди, ты достал семгу. Нормально, всем привет. Сегодня готовим суши. Я так бежал. Ох, как я бежал. Глю, понимаешь, как я бежал? Я даже футбольную форму одел, чтобы бежать быстрее. Она обтягивает. Так. Сегодня. Не мешай. Да, да, ты уже начал. Давно выпуск идет, кстати. Начал здороваться только с людьми. Всем привет, это Евгений и... Арчи, я не вхожу, по-моему, ну ладно. Так, ну Жека очень любит японскую кухню, суши. Это, кстати, вот была не моя идея. Ну и не моя, кто нам нравится? Ты же любишь, ты обожаешь японскую кухню, я знаю. Конечно, Джеки Чан мой любимый японец. Джеки Чан японец. Японец. А, кореец. Подожди. Или китаец. Точно, китаец, ага. Джеки Чан, китаец. Покупай. Китайскую еду. Вспомнил. Так. Ты обожаешь японскую еду, зависаешь в японских ресторанах. Я всегда вижу, как ты смотришь аниме, там сидишь в японских в этих... Хорошо, кстати, давай не перегибай палку. Вот да давай, как это давай, нет? Давайте начнем. Как же вы, анимешники, сидите, обливаетесь из кувшина соевым соусом, суши, унагимаки, и о, какие большие глаза в аниме, я знаю вас, ну, ладно, ну, сейчас не об этом. Так, что нам вначале? Ладно, ну, я вспомню это. Пленка, покажу. Циновка готова, да. Циновка готова. Все очень быстро. Водоросли, да, да. Где оставляем линию? Вот тут, ребята, оставляем линию, чтобы потом склеить мои любимые суши. А что ты на столе? Ну, видишь, занято. Вот. Ложим. Вот. Семга, форель, что угодно добавляйте. Подкопченая. Помню, любил эти суши. Сейчас-то я уже другой пищей питаюсь. Какой? Ну как? В основном репей. Знаешь, не форель, а ФБР. Так, ну и... слушай, уже вкусно пахнет. Сыр. Конечно, лучше это все делать и размазывать аккуратно. Но мы-то люди такие. Я как бы так и заказ делал. А скажи, какие ты... Как это называется вообще? Ну, вид суши как называется? Это аричваки. Фу, волнуюсь. Давненько пальчики мои не делали. Разомнись. Так. Опа! Подтягиваем, самое главное, тянуть. Опа! Большой будет ролл, чувствую. Здоровый! Главное, всегда все поджимайте. Да, вылазит. Да не бойся, не вылезет сильно. Это мне... Он мне нравится вообще, вот, если честно. У меня не было другого шанса, не предоставилось бы другого шанса, как сказать, он мне нравится. Вот они секреты. Гляньте, какой ролл. Слушайте, вообще, прям, я чувствую, рука профессионала. Вот тут вот главное вот так вот делаем, чтобы края не вылазили. Вот так вот делаем. Сейчас мы делаем. Да, да, вот. Это, ну, мы переборщили, мы щедрые люди, так бывает. С щедростью бывает, щедрость. Так бывает, когда ты щедрый, ну как. Вот тут главное подтягивай, это секрет главный. Потому что кто впервые делает дома, ну не все знают, что надо тянуть. Вот так поджимаем. Вот да так. Я тебе скажу, я вот ни разу не делал, я даже не знаю, что вот именно так надо. Пальцами вот тут елозим, возим, как будто это кошак ваш, я не знаю. Вот, ну стараемся делать форму такого квадрата. Видишь, опа, ну все,
Так, немного тут все повылазило. Это у тебя повылазило. Сейчас мы это забьем. Видите, какая я не очень, да? Опа, вот так вот. И вот так, оп, назад огурчик туда, оп, оп, ушел. Футболка, вот мой логотип, моего лейбла, это вот дикий тип, а здесь Вещанский, то есть вот, если что, покупайте. Кинулись люди покупать. Вот футболка, обтягивает, ты погляди, как латексом, как будто я сейчас начну танцевать, выйду на сцену, и мне будут кидать деньги, как на той неделе. Так, да все, они плотненькие, нормально. Так, есть вот это роллы, да? Угу. А, подожди, это суши. Угу. Ему пофиг. Ты дебил. Не, знаешь, на этом... Понял, на полпути. Ходил. Там тоже все получилось, все зашибенно. Ну давай, давай, бери, бери. Давай, бери. Это американец приходит, заходит в магазин и говорит, ему продавщица говорит, давай бери, а он не понимает, как это, давай и брай. Так что выпьем. Давай быстрее, чокайся. Да. Знаешь, что не хватает? Да много чего, но... Ну, соевого соуса точно не хватает. Ну, ты не любишь. А даже без соевого соуса в самом рисе что-то не хватает. Все хватает соли. Все хватает. Да. Но вкус-то никуда не денется. Может, конечно, они немножко такие неуклюжие. О, я тоже хотел это сказать. Ну, класс. Поздравляю. Ну, я в этих сушах вижу себя. Особенно в роллах. Вот себя? Вот они, роллы. Да, вот именно такими же, неуклюжими, неказистыми. Да-да-да, немного неровными, ну а вкус шикарный. Я вообще ехал, я думал, мы в кастрюлю, возможно, все свалим это все вместе. То есть огурцы, семга, все это будет одна каша, и ложками поедим. Но у нас удалось завернуть их хоть в какую-то форму. Да, кстати, получше. Делайте суши, не бойтесь ничего. И сытый... Остался очень довольным. Соевый соус. Ребята, готовьте дома, это не так сложно. Вкусно, сытно. Жека приготовил тут два тазика, но они не понадобились, потому что мы умеем готовить. Жека, зачем они тебе? Там ты купаешь голубей. Суши вот такие.